В какой-то момент четко разделились понятия смерть и гибель. Первое связывается с прощанием с телом, второе – конец души. Олег, согласны ли вы с возможностью гибели души? Но опять же, да, то есть я скажу так, что это абсолютно индивидуально. Возможно, наверное, вот я, кстати, как раз думал, когда смотрел мультик «Тайна Коко», там, если помните, кто вот смотрел, да, там такой сюжет предлагается, что вот есть типа наш мир, есть мир потусторонний, и там в потустороннем мире люди живут в каком-то городе, до тех пор, пока их не забудут. А когда их забывают, то они и там тоже пропадают. И я подумал, а ведь люди, ну, как бы не совсем додумали эту историю, да? То есть, там же идея какая, что, типа, если здесь, в реальном мире, человек умер и пропал, на самом деле он никуда не пропал, он просто оказался в следующей реальности. Так а кто вам сказал, что это не существует как рекурсия? Возможно, что и здесь, когда он пропал, он просто попал в следующую рекурсию, просто в следующую какую-то реальность. То есть он уже ушел из этого белого города. Но это не значит, что он умер. Просто у вас нет с ним контакта. Так же, как здесь, если верить в терминальность и конечность смерти, если у вас кто-то умер, вы переживаете, потому что вы считаете, что вы тотально потеряли с ним контакт. Но если вы верите, да, вот во что-то там, да, в следующую реальность там и так далее, то это не так переживать, но понимаете, окей, да, там все оно в каком-то виде там найдется, и, в общем, ничего страшного. Просто человек совершил переход. И этих переходов может быть какое угодно количество. Поэтому на самом деле, ну и если вот вспомнить опять же теорию, да, из Танатоса Васильева о том, что каждый переход, у человека есть шанс, но не обязательно есть возможность, не обязательно подготовленность, наверное, есть какие-то люди, которые после перехода никуда не попадают. Опять же, как мы это можем определить? Это та же самая тема, только в рекурсии, как бы, да. А если, ну хорошо, типа, если я умру как тело, но останусь как душа, а могу ли я умереть как душа? Так это все то же самое, только строчки чуть-чуть сдвинулись, просто и все. Все те же самые, вся та же самая риторика, все те же самые аргументы, все остальное. Не вижу никакой разницы абсолютно. Так же, как какие-то люди, я считаю, могут, да, умереть и, ну, типа, и все, так же, наверное, и с душой может произойти.